Аллаху акбар, Аллаху акбар. Такбиры с раннего утра звучат во всех дагестанских мечетях. Светлый праздник Ид-аль-Фитр символизирует завершение священного месяца Рамадан. Перед праздничной молитвой мусульмане выплачивали обязательную милостыню закат-уль-фитр. Сумма за одного человека от 80 рублей и выше. Я выплатил закат за свою семью. Также меня уполномочили сестра прибегать за них. Ну, мудрость в чем заключается? Мудрость в том, что каждый человек от себя выплачивает закат, чтобы оно дошло тем людям, кто нуждается в этом. Вот сейчас вот этот сах идет, закат, он идет для, по-моему, для медресе. Обязательно нужная вещь, это же наша фарза, наш пророк, саллаху алейхи ва саллям. Оттуда это все начинается. Вот брат тоже, вот он тоже, сестра тоже здесь, все мы здесь. Это большой праздник у нас. Лучше, какой день может быть лучше? Уразан Байрам и Курбан Байрам. На праздничную молитву в джума-мечеть Махачкалы пришли порядка 10 тысяч человек. Собравшихся поздравили имамы и представители органов власти, желали мира, добра и принятия благих дел. Мусульмане нашей республики, конечно, жалеют о том, что так быстро прошел воистину благословенный священный месяц Рамадан. Этот месяц действительно был месяцем милосердия, прошения, месяцем совершения благих деяний, добрых дел, месяцем оказания помощи нуждаемся. В этот месяц весь Дагестан превратился в единый ифтар. Были проведены ифтары в главном шатре Рамадана здесь, на территории джума-мечети, в строящемся духовном центре, в городах и районах нашей республики, в селах и дворах нашей республики. Это священный для всех мусульман праздник Уразан Байрам. Желаю вам довольствия Всевышнего, благонравия, благополучия. В эти последние несколько лет мы были ограничены в совершении и коллективных намазов, и посещения друг друга, потому что была пандемия, наконец она отхлынула, и все мы сегодня навестим максимальное количество наших родных, близких, будем радоваться этому празднику. Праздничная молитва завершена. Мусульмане обмениваются поздравлениями. Они не торопятся покидать территорию мечети. Для многих это место встречи и общения. Хвала Всевышнему Аллаху, что нас вот родили в исламе, что мы вот такие праздники отмечаем. Вот этот день всех я поздравляю. И дай Аллах, чтобы у них приняли все ураза, которые они держали, все благие дела, чтобы у них приняли. Дай Аллах всем здоровья. Очень все рады, потому что это действительно большой и святой праздник. Желаю друг друга добра, мира, благополучия. И чтобы следующие годы, и не один год, они также могли встретить и провести этот благословенный месяц. Это один из самых таких больших наших праздников, который радостно мы будем проводить. Сейчас уже названиваются, поздравляют со вчерашнего вечера. И сейчас первым делом придется, как обычно у нас, навещать всех наших близких, поздравлять, по чуть-чуть, да, ко всем успеть, иншаллах. В Дагестане праздник Уразан Байрам – это всегда официальный выходной. Сразу после молитвы мусульмане отправляются по своим родственникам и друзьям, чтобы разделить радость вместе с ними. Курбан Рагимов, Магмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.